Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скубер, и мы продолжаем с крашем планы доктора Кортекса в великолепной игре Crash Bandicoot. Ну и в прошлый раз мы остановились на вот этом вот мосту, опять High Road. Ну и начинаем, конечно же, его. Я перед тем, как записывать, побегал по этому уровню. Обнаружил тут секреточку одну такую интересную. Сейчас я вам ее покажу. Оп! Я тут, чтобы все эти ступенечки обнаружить, я, блин, пожертвовал... Ну, не знаю, раз в 8, наверное, сдох. Может, поменьше, но все равно много раз. Вот так вот жизни, короче, взяли. Вот, ну и теперь непосредственно... Перейдем к прохождению. Здесь у нас опять любимые наши кабанчики, хряки. Чуть было нарок не посадил нас. Так. Ну, уровень практически такой же, как до этого был. Дорога в никуда. Только чуть-чуть посложнее. Тут много надо будет использовать вот этих вот тормознутых недо-ниндзя черепашек. Ну и второй залог успеха здесь, это, конечно же, распрыжка. Оп. Смотрите на его рожу, как он счастлив. Крэш просто в экстазе, когда прыгает на них. Распрыжка ему явно очень нравится. Ой, ну опять жизнями засыпают. Так, тоже хорошо, портреты подружайки есть. Значит, будет возможность засейваться. Потому что в предыдущий раз сейвался я на боссе. Тот, который с автоматом Томпсона. Опа! Чик! Первый раз, когда я вот так вне записи проходил, я, конечно, тут умирал довольно часто. Опа! Ой-ой-ой, ну, бывает. Все-таки я еще не на 100% имба. Оп. Распрыжка всему голова. Чик. Блин, жесть, на какой высоте этот мост сделан? Метров 200, наверное. Аж в облаках прямо. Опа! Чик. Блин, тут вообще прям такая пропасть большая. О, есть. О, отлично, там чекпоинт. Главное до него сейчас добраться. Чик. Еще жизнь. Прекрасно. Еще жизнь. Ну просто засыпают. Так. Второй уже портретик. Отлично. Оп. Ю-ху! Опять хряк. На шашлык бы тебя завалить. Так, опа. Блин, разбегались. Они какие-то явно не от мира сего. Вы гляньте, они носятся прям по небу. А, ё-моё, я так не могу. Попробовал, но нет. Так, и снова распрыжка. Очень важный элемент практически всех игр. Да. Очень не повредила бы способность еще летательная крышу. Вот хрюндель. Ой, думал улечу. Зацепился, видать, пятками. Ага, обманули тебя, хряк. Чик, еще.
еще один чекпоинт. Хорошо, что чекпоинты часто расставлены. То пришлось бы очень туго. Так. Ого, тут уже сразу черепаха лежит. Что они тут делают? Отдыхают? О, ё-моё. Так и тянет Крэша полетать. Так, а, чекпоинт был рядышком. Отлично. Распрыжечка. Оп. Так, ну тут ничего сложного. И опять чекпоинт. Отлично. Так, вот здесь я знаю, тут прикол есть. Сейчас вернемся. Рванет. Оп. И здесь вот... Там ящик не видно, и там жизнь. Вот так вот. Ух ты! А я что-то и не знал, что они обратно потом вылетают из своего домика. Ух ты, блин. Это и эти, что ли, тоже могут? Не, эти, наверное, которые сразу перевернуты, они, наверное, не вылезут. Так. Ой, какой там узенький бережочек-то. Ой, по-любому с первого раза не получится. Нет. О, получилось, отлично. О, великолепно. Бонус тур. Сейчас надо постараться засейваться. Так. Взрываем. Ой-ой-ой, сейчас рванет. Ой, куча ящиков. Не буду я их собирать. Тут главное засейваться. Ой-ой-ой-ой. Блин, я думал, все, свалился. Отлично. Привет, привет. Пойдем со мной. Что ты стоишь, как вкопанная? Игнорирует, абсолютно игнорирует. Кукла. Так, ну так и остался у меня всего один алмазик этот. Супер крутая дорога. Переводчики, конечно, молодцы. High Road называется. Перевод как супер крутая дорога. Очень крутая, да. Асфальта не хватает немножко. Так, 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 так. Ответственный момент, еще один. Опа! Так, опять через ледовый бережочек. О, да ё-моё, недолёт, недолёт. Походу все со сверхспособностями. Эти черепахи тоже вон в воздухе висят. Матрица. Опа. Один Крэш подчиняется всем законам физики. А, да, слишком хорошо подчиняется. Ну давай, чувак. Я понимаю, конечно, жизни много. Но желательно бы их оставить на потом. Опа. Шо? Походу уже, ну, по идее, тут где-то концовка уже должна быть. Вечно вот находится такое место, где кучу жизни тратишь. Хотя вроде именно это место не такое уж сложное. Опа. Так. Ой, отлично. Конец уровня. Фух. Да-да-да, точно. Крэш тоже устал. Я, блин, аж пропотел. Так, ну мы все ближе и ближе. К злому доктору. Слиппери Климп. Какой-то утес. Утес, утес. Что за утес? Скользкий подъем.
Ой, в общем, ребята, попытался я этот уровень пройти с первого раза, записывал, но он уже вообще очень жесткий. В общем, потратил я тут не одну жизнь. И сейчас перепрохожу, в общем. Начало, по крайней мере, уровня. Я его так и не прошел, в принципе, все равно. Но хотя бы я начало уровня уже тут так более-менее заучил. Хотя от ошибок, конечно, все равно никто не застрахован. Тут какие-то заключенные, рабы этого злого-призлого докторишки. Так. Блин, еще вот этот дождь, он чисто визуально мешает. Такая пелена. И плоховато видно. Опа. Так. Прикольно, кстати, сделаны эффекты. Даже, он, смотрите, вода капает с этих вот бережочков. Классно. Очередные аплодисменты по части графики. Но эти догам. Опа. Пеликаны тут. Очень такой атмосферный уровень. Музычка напряженная. Молния сверкает. Так, опа. Так, ну вот до сюда я почти всегда доходил. Вот дальше начинаются очень жесткие проблемы. А, нет, даже не на этом месте. Сейчас вот эту лесенку мы еще пройдем. Ай-яй-яй-яй. Ага. И вот следующая лестница там будет вообще жесткая. Она так быстро исчезает. Вот это место тоже такое. Опа. Вот, вот здесь. Еще бережок этот исчезающий очень быстро, и лесенка тоже, она складывается очень быстро. Вот, вот о чем я и говорил, надо прям вообще быстро действовать. Сейчас подгадаем тайминг. О, повезло. Так, ничего, тут тоже очень быстро и лозят. Оп, оп. Ой, отлично. И главное, чекпоинтов нету, вот что плохо. Столько уже вот прошел, а ни одного чекпоинта еще не было. Надо очень аккуратно. А, вон чекпоинт, все. Сейчас главное не сдохнуть. Аккуратненько сейчас. Аккуратненько яблочек насобираем. Скоро жизнь дадут. За соточку. Ух. Так. Ой, отлично, ну уже... Кое-какой камень с плеч упал, что заработали чекпоинт. То я уже думал, если честно, что тут вообще уровень надо без чекпоинта пройти. Это было, конечно, очень жестко. Так, вот тут я... Что за колесо там еще катается? Непонятно. Что-то как-то странно они ездят. Типа весов, что ли, уже. Ой, что это за звук? Здесь до сюда я не доходил. Я тут первый раз. Что-то взрывается явно. Ох ты, ёшкин дрын. Блин. Так, интересно, касание взрыва оно убивает? Ну, в смысле, вот этих вот осколков. Ох. Повезло, что с первого раза грохнул. Так, тут опять эти лестницы складывающиеся. Надо заарканить пеликана, чтобы он прямо до конца уровня унес. Чик. Да, уровни, конечно, вообще уже очень такие прям жесткие. Ну, тут уже рассчитано, конечно, на то, что игрок скилл свой прокачал.
Поэтому можно на него бросать все армады врагов. Чё ты тут? Руками елозят. Что-то, видимо, потеряли, ищут. О, блин, думал, мимо птички пролетел. О, бонус тур это этого доктора. Помощника, точнее, этого доктора. Ой, в общем, ребята, здесь я нарезку сделал. Я этот уровень, естественно, с первого раза никогда бы в жизни не прошел. Я воспользовался сейвами здесь. И прошел его, ну, просто раза, наверное, с 20-го, там, не знаю. Просто вот решил вам показать, как проходится бонус уровень вот этого вот помощника доктора Кортекса этого. Забыл, как его звать. Вот, кстати, сам этот доктор стоит тут. Много жизней. Конечно, его бонусы очень сложные. С первого раза вообще никогда их не пройдешь, блин. Очень сложно, конечно. Но зато вот 33 жизни насобирали. Вот хорошо. Еще одну жизнь дали за 100 яблочек. Так, и это у нас, кстати, очередной чекпоинт здесь будет. Это тоже хорошо. Опа! О, жизни. Что-то он не захотел туда заскакивать. Так, ну да, вот чекпоинт здесь у нас. Теперь. О, а че это ты не допрыгнул-то, парень? Да чтоб тебя, ты че, устал? Не можешь допрыгнуть-то. Я ж первый раз так вот прыгал. Что-то вообще понять ничего не могу. Почему я не могу допрыгнуть-то? О, есть. Сейчас допрыгну. Так. Так, ну ладно, сделаем сейчас еще одну попытку туда залезть за жизнью. О, отлично. Так, теперь надо отсюда не сдохнувши спрыгнуть. Опа! Фух! Ой! Опять там этот псих гранаты кидает. Что это было, блин? Такое впечатление, что он за стену как-то затормозился. Почему-то... Ё-моё, начинается опять что-то. Недолеты, перелеты. Дождь, видимо, усилился, точно. Не иначе. Очень такое опасное место. Так, больше туда лазить не буду за этими яблоками. Жизнь взяли. Чё меня пеликан-то не схватил? Да ё-моё! Оп. Ой, сейчас опять это место с тремя пеликанами. Раз, два, три, ну! Да что ты, уже, ну вот, практически ступил же он на этот бережочек. Может, действительно из-за дождя тут физика чуть-чуть изменилась? А, так. Почему он не долетает? О, есть! Ой, смотрите, сколько жизней. Так, ну сначала надо разобраться с этим алхимиком-гренадером. Сколько у тебя их там, блин? Ой. На, получи, полетай. Так, сейчас приятный момент, жизни соберем. Отлично. О,
Хорошо. Так, очередной уровень остался позади. Ну, в принципе, время позволяет. Можно еще один пройти. О, кстати, развилка. Lights out. Иногда от перевода мозг взрывается. О, кстати, вот этот уровень тоже очень интересный. Здесь завязано все на темени. Ну, в общем, lights out — это выключенный свет. И тут... Тут надо успевать, вот пока тут наша маска становится как бы такой лампочкой. Я это, естественно, тоже не первый раз уже все прохожу. Я тут столько раз тоже сдох. Вот, и продолжаем иногда еще умирать. Поэтому я тут уже довольно так приноровился. Но тут надо очень быстро бежать, чтобы успеть, пока действует вот свет от нашей маски. Опа, вот потухло. Ну хорошо, у нас тут как раз еще одна есть масочка. И если свет потухнет, то темень кромешная, и ничего не видно будет. Вот опять успел. Ух ты, что это за глаза там были? Крысы, нифига себе. Ну это вот я из-за того, что спешу. На самом деле умирал здесь очень много, и на каждом чекпоинте приходилось... вырезать моменты. Но уровень прикольный, он такой прям скоростной, его надо быстро проходить. Четко. А! Я ж крутился. Вообще жесть, вот в темноте. И что сейчас делать? Да. Может, от этого светлее станет. О, вообще повезло, ничего себе. Нифига не видно было. Но попал на два бережка прямо подряд. Оп. Клево. Жизни очень много было потрачено. Тут было почти 30 жизней в начале. Вот я почти половину уже слил на этот уровень. Так, тут еще новое препятствие появилось. Ножи эти. Ай, думал задену. Вообще сумасшествие. Фу, вот и конец уровня. Ну, уровень тоже, конечно, довольно сложный. Но, опять же, пока не поймешь его алгоритм. Так, ладно, давайте на этом завершим серию. Как раз чуть больше 20 минут получается. Так что спасибо всем за просмотр очередной серии. А, да, кстати, вот что насчет развилки, напишите в комментариях. Вот мы пошли в эту сторону. Я так подозреваю, что там, наверное, какой-то бонус уровень, да? Если вот туда вверх пойти. За алмазики, может, за какие-то, или там ключ надо уже к этому времени какой-то тут собрать, видимо. Я как бы не знаю, напишите в комментариях, пожалуйста. Ладно, прощаемся на этом. Всем спасибо, что смотрели. С вами, как всегда, был Скудер. Всем пока-пока и увидимся в следующей серии прохождения.